Вы смотрите отзыв об отеле Каприкорно. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Димусик, который был в нем в 2010 году. Огромное спасибо всем за ваши отзывы и комментарии. С 11 по 17 декабря 2009 побывали в Вене. Останавливались в отеле «Шик Каприкорно 4 звезды» с Веденплац 3, 4, 1010 вин. http://www.schickhotels.com Hotel Capricorno Vienna, ru. Это мы. Отель бронировали самостоятельно на. Отелем остались довольны. Единственный недостаток – это фен, такой старый гробик. ТВ есть, но русских каналов – нет. Отель занимает два нижних этажа жилого дома. Номер у нас был на втором этаже, окно-балкон выходило на небольшую улочку, немного был виден Дунайский канал. По ночам шум не беспокоил. До отеля из аэропорта и обратно добирались на автобусе за 11 евро. От остановки автобуса до отеля 5 минут пешком. В отеле были в 11:30, но заселись сразу, выдали два ключа, карту и еще какую-то информацию и все. Поэтому, разместившись, отправились изучать Вену. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.